Приморья – край уникальной природы. Более 100 видов животных, обитающих в Уссурийской тайге, занесены в Красную книгу Российской Федерации. Некоторые из них находятся на грани исчезновения. Амурских тигров на планете осталось не более 600. Дальневосточных леопардов – около 100. Не только браконьерство, но и любой оборот редких животных, а также их частей, преследуются законом. Знай, выстрелил в тигра, приступил закон. Носишь на шее коготь леопарда, повод для миллионного штрафа. Повесил на стену шкуру белого медведя, совершил преступление. Участвуешь в торговле рогами сайгака, шанс оказаться на скамье подсудимых. Продаешь черную икру в социальных сетях, не исключены принудительные работы. Ежегодно в Приморье виновные лица привлекаются к уголовной ответственности. За 3 года возбуждены более 30 уголовных дел. 4 лица лишились свободы по приговору суда. Природа не несет ответственности за наши действия и их последствия. А мы несем. Статья 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.